Последнее постановление правительства отменило обязанность прикрывать рот и нос на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра. Однако их все равно придется носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте, на рабочих местах, если работодатель не решит иначе. Так жители Вроцлава провели выходные, гуляя по улицам города. Также состоялось открытие террас и ресторанов и кафе. Центр города был переполнен желающими хорошо провести время. У многих ресторанов гостям приходилось стоять в очереди и ожидать свободного места более часа. Напомним, что возможность передвижения без маски на открытом пространстве действует только до 5 июня 2021 года.